В Новосибирской области вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией. Сегодня специалисты провели пресс-конференцию, посвященную ситуации с менингитом. По словам экспертов, подобные вспышки происходят с цикличностью в 20-30 лет. Острое инфекционное заболевание набирает обороты, так как передается воздушно-капельным путем. В целях профилактики в регионе привили уже 10 600 человек. Среди них дети, медработники, воспитатели, учителя и военнослужащие. В целом, по словам специалистов, ситуация под контролем. Сегодня было создано совещание при вице-губернаторе Новосибирской области, и было еще выделено дополнительно 20 миллионов рублей на закуп вакцины, поэтому вакцины сейчас есть в достаточном количестве, и мы ее ожидаем для того, чтобы мы смогли провести дальнейшую вакцинацию уже по желанию.